У супругов Павла и Оксаны Меркуловых 9 детей, 6 сыновей и 3 дочери. Семья большая и дружная. Сегодня в их жизни произошло значимое событие. Они стали участниками государственной программы Московской области «Жилье» и получили сертификат на приобретение нового жилья. Я думаю, что это начало нового вашего пути, совершенно нового. Когда вы сможете развиваться, и ваши дети тоже, наверное, для себя определят новые пути развития и почувствуют тот комфорт, который у вас обязательно будет в новом жилом помещении. Мы все на это надеемся. Пример вашей семьи, наверное, заставит впечатлиться многих по-хорошему, по-доброму. Мы понимаем, какой это родительский подвиг и какой на самом деле дружная семья. Павел Меркулов, глава семьи, поделился. Получить такой подарок в начале нового года особенно приятно и неожиданно. Это, так сказать, эпогей нашего ожидания всего. Хотя оно было не очень долгим. Почему? Потому что у нас в регионе действует программа очень эффективная помощи многодетным именно в самом, наверное, насущном для каждой семьи вопросе жилья. Мы очень рады, и для нас это, ну, как бы, это очень много значит для нашей семьи. Для нас сегодня очень светлый, радостный день. Теперь многодетная семья сможет купить новое жилье, чтобы каждому в нем было уютно и комфортно. Именно о таком мечтают дети. Чтобы было красиво. Высокие потолки. Высокие окна. Чтобы было уютно. Ну, не знаю. Чтобы было много комнат. Для каждого отдельная комната. Чтобы было комфортно. Гараж. Разумеется, хотелось бы большой дом, чтобы и дети, когда разъедутся, могли приезжать и вместе с родителями быть. Там внуки. Уже мечтаю о внуках. Сегодня у каждой многодетной семьи есть шанс получить субсидию на приобретение нового жилья в рамках государственной программы Московской области «Жилье». Одно из подпрограммных мероприятий – вот это подпрограмма обеспечения жильем льготных категорий многодетных семей. Ранее в этой программе участвовали семьи, у которых было 7 детей. В данном случае наша семья Меркуловых, именно семья, имеющая более 7 детей. Сейчас изменения в эту программу вошли такие, что семьи, имеющие тройню, тоже могут принять участие в этой программе. Все члены семьи Меркуловых получили подарки от администрации городского округа с пожеланием как можно скорее реализовать жилищный сертификат, чтобы в новом году приобрести дом или квартиру своей мечты. Екатерина Шарыпова, Александр Соломкин, Михаил Петров, Первый, Мытищинский.